Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, владельцы животных, а также их родители и так далее, и так далее. Нас, конечно, без юмора в данной ситуации нельзя. Вот. Я сегодня хочу ответить на вопросы про гомовид. Их накопилось много. Что, как, почему, для чего, от чего и что с этим всем делать. Вот. Ну, первый вопрос у нас такой. Варвара Курцева пишет мне в ВКонтакте, по-моему, да, что объясните, пожалуйста, почему вы врете. Суд не рассматривает, является гомовид лекарством или нет. Это написано в иске, который вы выложили. Иск не направлен против ветврачей, а только против вас. Почему вы врете? Вот такой вот вопрос. Вообще, на самом деле, иск нужен для того, чтобы заткнуть врачей и на моем примере, собственно говоря, запретить врачам выражать свое мнение. Вы, кстати, можете это проверить. Завтра, по-моему, около 3 часов будет последнее судебное заседание. И прийти и посмотреть самостоятельно. Это очень важно. То, что суд открытый. Ну и теперь по поводу того, что я вру. Если вы посмотрите на замечание, собственно говоря, гомовита, то там вы сможете... Просто я был на суде, да, и вот юрист гомовита, она говорит, что Владимир Валерьевич, вы хирург и травматолог, а значит, вы не имеете права никакое говорить о лекарственных препаратах. Вот и все. То есть то, что я ветеринарный врач, у меня есть ветеринарное образование, еще я кандидат ветеринарных наук, но это не имеет никакого значения, по мнению юриста, собственно говоря, гомовита. Это первое. Второе, почему я не вру? Потому что сам же гомовит написал, что ветеринарные врачи прислали очень много писем в поддержку, собственно говоря, того, что гомовит не является лекарством. Что ответил гомовит? А гомовит сказал, а нам наплевать. Они в буквальном смысле они ответили следующее. Указанные доказательства не могут подтверждать, что ветеринарный препарат гомовит не используется ветеринарными врачами. То есть ветеринарные врачи написали, что они не используют этот препарат, но гомовит сказал, что нет, это не доказательство. Не важно, что они там написали, а какая разница? Вот и все. И вот эти письма ветеринарных врачей не являются никакой научной дискуссии. Ну, кто бы хотел с ними еще в дискуссию вступать, да? Вот. Давайте мы посмотрим, а кто же ветеринарным врачам запрещает свое мнение высказывать? А вот кто? Санин Александр Владимирович. А кто он? Он ветеринарный врач? Нет. Он доктор биологических наук. Он имеет какое-то отношение к медицине, к ветеринарии? Нет. А Пронин? Может быть, он ветеринарный врач? Или, может быть, он хирург? Или, может быть, он фармаколог ветеринарный? Нет. О, какая неприятность. Он тоже доктор биологических наук. И третий тоже представитель гомовита. Тоже доктор биологических наук. То есть собралась такая группка биологов и решили, а что, ветеринарные же туповатые. Ну, давайте мы сделаем им такой препаратик, и пускай они его используют. А чтобы они не могли свое мнение высказывать, заткнем им рот в суде. Вот. Что же мы с вами видим сейчас на экране? А на экране мы с вами видим закон о ветеринарии российский. Вот. Ну, так как мы в России живем. И там написано, что специалистами в области ветеринарии являются физические лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование. То есть биологи не имеют ветеринарного образования и не могут никаким образом в реальной, в законной, не в реальной, а в законной действительности говорить ветеринарным врачам, чтобы они заткнулись. Вот. Ну и, конечно же, о научности, в скобочках, из всех этих трудов, которые они публикуют, тоже стоит сказать. Если мы посмотрим вот на эту схемку, то что окажется? А окажется, что все они, и Санин, и Пронин,
Инравлянский являются непосредственными писателями вот этих всех статей и рекомендаций. Они же, по случайному стечению обстоятельств, скорее всего, да, являются и владельцами тех фирм, которые производят и продают препарат. И по случайному стечению обстоятельств они же являются его и разработчиками. То есть они его и разрабатывают, и внедряют, и ученые труды пишут. И это все одни и те же люди, которые к ветеринарии не имеют никакого отношения вообще. Вот. Ну и вот, собственно говоря, что они рекомендуют. Они рекомендуют применение гамовита как стимулятора обменных процессов и препаратов, способствующих ускоренному восстановлению организма после наркоза. То есть они не то, что рекомендуют просто какие-то что-то в области ветеринарии, а еще и в области ветеринарной анестезиологии. Они пошли дальше. Вот. Ну, статей огромное множество. То есть тут как бы бабезиоз лечить. То есть они и паразитологи, они и анестезиологи, и они и реабилитологи, все в одном ключе. То есть все они не ветеринарные врачи, которые не имеют права по ветеринарному законодательству Российской Федерации заниматься ветеринарией. Но они пишут руководство, как ветеринарным врачам лечить животных. Это, конечно, странно. Вот. Ну, понятно, что откуда все это берется. А берется это от отношения к врачам. Эти пришельцы из 90-х, они все еще там и находятся. Они думают все еще, что ветеринарные врачи это такие, ну, вот, собственно говоря, вы можете посмотреть на Ютубе ролик, да, где сам Санин говорит, что ветеринар-специалист сначала вколет гамовит, а потом начнет разбираться, что же случилось. То есть такой это Ваня Дураня, который ничего не соображает, ничего не понимает, и идет, бежит, быстренько гамовитик бабахнул, и все хорошо. Да, то есть в их сознании ветеринарные врачи, это все еще те люди в ошарпанных одежонках, которые бегают по вызовам, по вызовам. Вот, и делают гамовит всем подряд. То есть они еще в том далеких 90-х. В чем, собственно говоря, суть-то всей проблемы? Ну, суть проблемы в том, что биологи решили поиграть в ветеринарных врачей, но они не в состоянии отличить корову от кошки или от свиньи. И это большая проблема. В чем причина? И, собственно говоря, в чем подтверждение моего высказывания? Она простая. Потому что в этот препарат входят три компонента. Один из этих компонентов, как вы видите, эмульгированная, денатурированная плацента. И если мы посмотрим в руководстве, собственно говоря, они сами же и дали вот то, что вы сейчас видите на экране, да, показания к применению для профилактики и лечения эндометрита и мастита у коров и свиноматок. И при задержании последа у коров его рекомендуют. Какое отношение эта рекомендация имеет к кошкам или к собакам? То есть эндометрит и мастит у коров, и задержание последа у коров, и проблемы свиноматок имеют отношение к, собственно говоря, кошкам и собакам? Да никакого. Второй компонент, который там есть, это натрий-нуклеинат. Натрий-нуклеинат зарегистрирован как медицинский препарат. То есть мало того, что они не в состоянии определить, где кошка, где собака, а где свинья, но еще они путают кошек, собак и людей. Так вот, никакой рекомендации по использованию натрий-нуклеината для ветеринарии не существует. А существует только в медицине. Какое отношение имеет Министерство сельского хозяйства к медицине? Никакого. Так же, как люди не имеют никакого отношения к болезням собак, а собаки к болезням людей, и в том числе и к болезням кошек тоже. Поэтому эти чудо
ученые, в кавычках, они вот, придумывают всякие статейки. На суде они часто говорили, что наш препарат, есть рекомендация в PubMed, да, в они говорили так, не PubMed даже, а в зарубежном в литературе, да, вот. И что же там мы смотрим? А там, оказывается, есть исследование, которое есть в PubMed, и оно называется «Корректирующее действие фосфинила и гамовита на функциональную активность перитониальных макрофагов мышей в ответ на высокие дозы альфа-токсина Staphylococcus aureus». То есть, мало того, что они не в состоянии разглядеть различия между кошкой, собакой, свиньей, человеком, ну еще и с мышами, тоже такая проблема. Вот. Ну, еще у нас есть несколько вопросов, они такие тоже довольно часто встречающиеся, поэтому я их отобрал и буду просто рассказывать про те, которые чаще всего встречаются. Вот. Ну, вы поняли, что да, не ветеринарные врачи, биологи собрались и начинают говорить, что ветеринарным врачам делать, а если ветеринарные врачи не хотят, пойдете в суд. Вот. Ну, еще несколько вопросов. Вот Гоги мне написал, что он так и не понял, чем гамовит хуже иммунофана, фосфринила и дерматина. Да еще куча таких же препаратов. Не нравится препарат, не работай с ним. Работай с тем, что тебе нравится. Это первый вопрос. Но просто есть несколько вопросов, а на них будет один единственный ответ, потому что он объединяет все эти вопросы. Вот, еще тут человек написала, Елена Егорова, уберите это видео, не вводите в заблуждение людей, гамовит тут ни при чем, я своим собакам, служебным собакам 14 голов прокалывала, никому плохо не стало. А зачем прокалывала, почему прокалывала, ну ладно, это прокалывала, физраствор могла проколоть и просто прокалывала, любит она колоть уколы. Вот, еще вопрос такой, что можно применять вместо этих препаратов? Потому что до ветеринарного врача далеко и непонятно, что делать. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, это святая водичка и какие смерти могут быть от воды? Ну, я уже много раз говорил, смерти простые. То есть, когда ты идешь в газовую камеру с противогазом, у которого нет фильтра, то ты умираешь. Если ты прыгаешь с самолета, вместо простыни у тебя, вместо парашюта у тебя простыня, то ты умираешь. Вот такая же точно. То есть люди рассчитывают на помощь, но ее не получают. Вот и все. Или вам нужно потушить пожар, а у вашего огнетушителя нет воды, нет газа и нет пены. Вот точно такую же. Так вот, ответ простой на ваши вопросы. Ну, еще тут такой Оля Миллер. Я понимаю, когда какой-нибудь никчемный врач хочет сказаться крутым, он начинает разоблачать гамовит, но Сотникову, то это зачем? То есть вопрос, зачем мне это? Тем более судиться, он же врач хороший, тем более уже старо, давайте что-нибудь новенькое ругать. Понимаете, проблема не в том, что старо, а не старо, а проблема в том, что от этого препарата все как умирали, так и умирают. То есть старо оно или не старо, неважно. И сейчас от него умирают. Это одно из последних писем, которые я получил как раз гамовитом. 9 февраля было, сейчас какое у нас число, там не помню какое, ну неважно, какое у нас сегодня число. 14-е, вот. Так вот, можете прочитать его, ну там стоп-кадр потом сделать, и прочитать его полностью. Я просто вам коротко расскажу, что говорится в этом письме. Это письмо из Северного Кавказа. Да, к сожалению, в Северном Кавказе у нас все плохо. Есть регионы, в которых ситуация немножко хуже, чем в других регионах. Да. Вот. Ну, на это есть объективные, собственно говоря, причины. Вот. Ну, неважно. Так вот, собака, что здесь пишет владелица? Что у нее есть собака, он не мог поднимать голову вверх. Складывал передние лапки под себя, скрутил, крутился вокруг себя. То есть это владелец пишет мне вот буквально пару дней назад. Проконсультировались с ветеринаром,
он назначил Аверсект. После укола, уколов симптомы исчезли, но потом ситуация вернулась обратно. Потом некий человек, который именует себя ветеринарный врач, это назначил травматин, гамовит и хондартрон. Ну, конечно, конечно, хондартрон все должны назначить, это же понятно. Вот, сделали 5 уколов. Потом ничего не помогло, потом кто-то еще умудрился назначить диклофенак, но диклофенак не убил собаку, да, не убил, не убил. Вот. А в чем смысл-то? В том, что владелец думает, что он лечит. То есть он же пишет, что мы обратились к врачу, врач назначил гамовит, травматин, хондартрон. Он делал и думал, что лечит. Дальше. Другой деятель назначил диклофенак, и тоже владелец думает, что он лечит. Потом другой назначил милдронат, прозерин и кабилипен. Вообще, как, где мозг у этого человека, который прозерин назначил? Это прозерин – лекарство, но оно не проникает в центральную нервную систему. То есть ни на спину, ни на головной мозг не действует. Вот. Собачке стало плохо. Ну, к счастью, они поехали. К счастью, они обратились к ветеринарному врачу в Краснодаре, ну, который тоже, к сожалению, назначил дексаметазон. Вот. Рисковый доктор. Так вот, в чем дальше-то смысл? Смысл дальше в том, что они поехали в Ростов, и в Ростове сделали МРТ. И у собаки оказался дискоспондилит. Вот и все. Поэтому гамовит как убивал, так убивает. Врачи как имитировали с его помощью действия, с помощью его лечения, так имитируют. Поэтому не устарело. Моя задача во всем этом, да, сделать так, чтобы так называемые производители гамовита. Я понимаю, что в этой стране бороться с коррупцией бесполезно. Я, все мои требования заключаются в том, чтобы убрали смертельные болезни. Сейчас они придумали, оказывается, с почечной недостаточностью кошкам его можно колоть. То есть пока идет судебное заседание, они давай, сейчас еще и кошек будут мочить. Это вот, кстати, собака, это с дискоспондилитом. То есть вместо того, чтобы сделать МРТ, назначить антибиотик на 2 месяца, ей там головы травматины, гамовиты, ну и так далее, и прозерины, и, в общем, всякую ерунду. Этой собаке повезло. Другой собаке, щенку, про которого я рассказывал там когда-то, да, не повезло, потому что у него была более серьезная инфекция, и он умер. Но владельцы думали, что они лечат, потому что врач назначил. А врач обманут дельцами, которые к ветеринарии не имеют никакого отношения, а просто биологи. Вот. Еще один вопрос. Тут такое, я уважаю вас как хирурга, вот, но приведу ваши же слова, не надо суваться туда, где не разбираешься. Это правильные слова, да, не надо суваться туда, куда не вот. Дальше человек пишет, что он эффективен из опыта многих врачей, но на самом деле не многих, потому что я никогда не суюсь, то там, где я не понимаю. Только 12%. Только у 12% врачей он эффективен, у других нет. Почему я это знаю? Потому что спасибо злому ветеринару, который сделал вот такой опрос. Вот. Здесь по поводу письма, как раз вот и писем, да, вы видите, что там 75 писем, да, то есть врачи 75 писем отправили, да, то есть 75 писем, то есть 75 врачей сказали, что нет гамовита, вот. И только 12% сказали, да, я работаю гамовитом. Это очень хорошее продвижение, я считаю, да, потому что лет 20 назад вот этот процент, кто работает гамовитом, я думал, был бы 80 или 90%, а может быть и больше. Вот, поэтому я не суюсь туда, где я не знаю. Я занимаюсь ветеринарией, я занимаюсь лечением мелких домашних животных последние 30 лет. Еще я главный редактор журнала «Ветеринарный Петербург», поэтому у меня 2 таких направления – это ветеринария и журналистика. Поэтому я должен доносить до людей, как ветеринарный врач и как журналист, правду. Вот и все. Я это и делаю. И буду делать это и дальше.
Вот. Поэтому суть всего, что происходит, в том, что не врачи выпустили не препарат. А, вот один из наших пишет людей, да, Ирина Бревольская, что хоть он никчемный, вот не стремно идти в суд без доказательной базы. Хорошо, пусть истец производитель ее не имеет, но раз вы претензии имеете, имейте и факты. Это просто маразм, это маразм стал еще более заметен после выпуска. Так вот, в суд пошел не я. Меня просто уже спрашивали, а зачем вы подали в суд? Я не подавал в суд. В суд подал Гамовит с целью заткнуть ветеринарных врачей, включая меня, чтобы мы не могли говорить о Гамовите ничего. Потому что на их, с их точки зрения мы не имеем права ничего говорить. Почему не лекарственный препарат? Ну, потому что существует определение лекарственных препаратов. Что лекарственные средства или вещества, или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного. Вот. Это могут быть лекарственные препараты. Да? Но никакого взаимодействия, включая в инструкции, в исследованиях так называемых, да, этого препарата, не отмечено. То есть нет цели, на которую препарат бы действовал. Ну, не для ветеринарных врачей, я объясню. Ну, например, у нас есть дексаметазон. Дексаметазон – это препарат. Он блокирует определенный ген, за счет этого нарушает. То есть есть, понятно, известно, какой ген, известно, что он нарушает синтез белка, известно, как он функционирует. То есть вот так работают все лекарственные препараты. То есть все лекарственные препараты работают одинаково. Есть вещество, есть цель. Вещество соединяется какой-то целью, и, собственно говоря, получается лекарственный препарат. Так вот, у Гамовита этого нет вообще. Вот. Ну, еще есть несколько вопросов таких, или даже комментариев. Согласен, что это не лекарство, но явно является БАДом. Вот. Ну, БАДом является, понимаете, его надо, во-первых, зарегистрировать как БАД, да, а проблема-то в том, что как раз они... с этим вообще смешно, да, то есть они пожизненную, да, сделали регистрацию, пожизненную, то есть пока все мы будем жить, препарат будет препаратом, то есть не на 3-5 лет, да, там как регистрация у лекарственных препаратов, а вот на пожизненно, вот, вот. Ну, еще есть, не знаю, насчет света, но препарат помогает, ну, вот все, что касается таких комментариев, да, никто, ни один из этих людей, который написал, он помогает, не ответили на один вопрос. При каком заболевании? Никто не написал. Я тут спросил, при какой болезни? А вот ответили, что при истощении, сравнивая с элиавитом. Ну, элиавит – это лекарственный препарат в той ситуации, когда есть недостаток, собственно говоря, витаминов. А Гамовит не является препаратом, который рекомендован при недостатке каких-либо витаминов. Вот. Попробуйте при истощении кормить, и будет результат лучше. Вот. Еще отдельно хочу сказать про конгрессы и конференции. Я очень, конечно, понимаю тех людей, которые занимаются конференциями. Они отошли от жизни, они не занимаются лечением. И когда ты не занимаешься чем-нибудь, да, то ты потихонечку начинаешь забывать, кто ты есть. Да. Поэтому я как лечил, так и лечу. Ну, собственно говоря, как я делаю, как я оперирую. Можно посмотреть на моем канале, это все, все уже так знают. Вот. Ну, помните, как только вы пускаете вот таких дельцов на свои конференции, вы подписываете какие-то смертные приговоры, потому что кто-то поверит в том, что это лекарственный препарат, да, то есть вот люди не верят, я объясняю, это не ветеринарные врачи, к ветеринарии отношения не имеют, биологи, они даже не медицинские врачи, то есть придумали такую штуку, и вот это делают, а мне никто не верит, хотя это доступная информация. А когда этот препарат появляется на нормальной какой-то конференции, да, хорошей конференции, то доверие увеличивается, но
Я уже говорил, ветеринарные врачи – это не те люди, которые 20-30 лет бегали по вызовам. Многие из них хорошо образованы, знают фармакологию. И они очень негативно отзываются о появлении на приличных конференциях вот таких вот, собственно говоря, чудо-средств. Ну вот, собственно говоря, из последних комментариев. Вот. Очень печально и стыдно за нашу ветеринарию. Это просто мрак. Когда втюхивают на публичном мероприятии препарат Виталанг как лечение животных и человека от коронавируса. Ау, организаторы, вы чё? Вот так приблизительно. И тут фотографии гамовита и всего остального. Да, то есть вот это мнение как раз тех посетителей, врачей, да, которые приезжают. Мне постоянно об этом говорят. И мне самому стыдно за организаторов, которые это делают. Вот. Какой мой совет врачам? Ну, во-первых, надо учиться. Как только уровень ваших знаний дойдет до определенного, уровня, вы поймете, что ваш мир изменится. Вы перестанете использовать не лекарственные препараты. Вы начнете понимать, что происходит вокруг вас, нас. Вот. Ну, есть, конечно, комментарии о том, что не использовать гамовит – это не модное веяние, это здравый смысл, это уважение к своей профессии, себе как врача, а не к шарлатану. То есть, если вы считаете, что вы шарлатан, да, и бегаете по вызовам как шарлатан под чужими именами, да, как, собственно говоря, у нас тут в Питере такое было, организовалась конторка, которая говорит, что врачей нет, ничего нет, то есть, ну, и как бы… Все клиники закрыты и прибегали. То есть, ну, если вы не шарлатан, если вы не обманщик, то зачем это делать? Вот. Ну, есть еще, конечно, такие отзывы, что хорошее дело я делаю, к сожалению, результат заранее известен. Ну, да, конечно. Конечно, я понимаю, что, скорее всего, будет суд на стороне гамовита. Это понятно, это, ну, на самом деле, было мне очевидно, и, да, как бы, я больше не рассчитывал, потому что это уже не первый суд. Я уже, как вам говорил, я главный редактор журнала «Ветеринарный Петербург», и в 2013 году у нас было такое же дело с травматином, да, то есть еще одни дельцы, которые занимаются, ну, собственно говоря, тем же, что и гамовит, да, то есть фасуют воду, подсоленный раствор. Точнее так, подсоленный раствор фасуют в ампулы, во флаконы, да, и пытаются продать под видом лекарства. Вот. Конечно же, они зарегистрировались, конечно же, понятно это все. Вот. Моя задача другая. Моя задача донести до владельцев животных и ветеринарных врачей, что это не лекарство, не надо его делать. Этим самым я пытаюсь уменьшить смертность собак и кошек. Вот и все. Ну, на том суде еще было много странностей, да, просто от которых я немножко так удивился, честно говоря. То есть, там была такая ситуация. Кстати, суд открытый, завтра будет последнее заседание, можно прийти посмотреть. Вот. Гамовит доказывал, что канал на Ютубе, вот «Ветеринарная энциклопедия» и там другой, а принадлежат клинике. Мы говорим, он не принадлежит клинике. Там есть владелец у канала. То есть, понимаете, юристы доказывают, что канал на Ютубе принадлежит клинике. Как такое возможно? Вот. И нотариус из Москвы подтвердил, что да, если на канале есть ВМ, то, что там у меня на компьютере, да, вот этот знак, значит, это клиника. Нет. То есть на моем канале есть эмблемка УАЗика. То есть это, значит, мой второй, там, третий какой-то канал принадлежит УАЗику. То есть логика просто интересная. Я просто даже с нетерпением жду решения суда завтрашнего, да. Мне интересно, как судья будет выходить из ситуации, когда попытается обязать меня убрать с видео с канала, у которого я не являюсь владельцем. Я там администрирую просто.
Вот. Еще такая была там интересная вещь, как оказывается, вы знаете, почему я всем этим занимаюсь? Не для того, чтобы уменьшить количество. Хотя я прямо заявляю, я хочу, чтобы производители гамовита убрали из своих инструкций смертельные состояния. Нет. Ну, понятно, что я хочу этим добиться уменьшения смертности. Но нет. Оказывается, моя выгода, знаете, в чем? В том, чтобы я, что, в том, чтобы у гамовита упала прибыль. Вот когда они это заявили на суде, вот, стояла девушка здесь со мной рядом на суде. Кстати, они не приезжают на суд и запретили съемку, да, к сожалению, да, то есть всего этого судилища. Так вот, она прям реально серьезно говорила, да, что мой интерес в уменьшении прибыли гамовита. Я подумал, мне даже нечего на это сказать. Ну, вот. Такая вот ситуация. Вот. Еще есть вопрос. Владимир Олегович, почему нельзя провести научное исследование и доказать бесполезность этого препарата? На самом деле, можно через суд потребовать документы, на основании которых было это все сделано. Очевидно, эти документы поддельные, очевидно, они все, ну, понятно. То есть, я уже вам сказал, что люди, которые не имеют никакого отношения к ветеринарии, написали инструкции для ветеринарных врачей. А они очень хотят, чтобы о препарате говорили как о препарате. Я вам расскажу одну короткую историю. Несколько лет назад Травматин оплатил, это был где-то 11 или 12 год, 2012. Я в открытую говорил, что травматинщики, мошенники, они это все слышали и пригласили меня на Сочинский ветеринарный фестиваль. Оплатили гостиницу, перелет и все. Я ходил и думал, а зачем они это делают? Они же прекрасно пригласили меня, Камолова, еще других врачей, чтобы мы обсуждали травматин. И я до последнего, то есть полностью все оплатили. Еще гонорар пообещали. То есть поездку в Сочи, гостиницу, все. Я ходил и думал, а зачем они это сделали? А потом я понял, для чего. Потому что все эти люди хотят, чтобы об их фуфломицинах говорили как о лекарствах. Доказательность, недоказательность, она зависит, она работает в плоскости лекарств. Я говорю не об этом. Я говорю, что травматин, гамовит не лекарство. Поэтому к ним применять те, собственно говоря, вещи, которые мы применяем к лекарствам, нельзя. Поэтому судья тоже говорит, а Роспотребнадзор там, или где там регистрируют препараты, туда скажите, заявите, что вот не это самое. Говорю, они что, не видят, что это не препарат? Они ничто не видят, что научности того, что там пишут, не пойми чего. Они что, не видят, что это не ветеринарные врачи? Они что, этого не видят? Видят, конечно же. И регистрируют на пожизненно. Ну, понимаете, поэтому проблема в том, что это не лекарство. Не лекарство. Поэтому к нему не применимо все, что применимо к лекарствам. Вот и все. Так гамовит это витамин или иммуномодулятор? Нет, это ни то, ни другое. Вот. Что еще у нас вопросы? Еще классика. Лечит животное 5 дней, у него типа нет улучшения, уносят в другую клинику, там делают гамовит, и бах, становится улучшается. Знаете почему? Потому что диагноза нет. Когда нет диагноза, так и получается. Когда у вас есть четкий диагноз, вы владельцу говорите четкий диагноз на английском языке, ну, на русском, ну, или на английском, и все. Он заходит в Google, смотрит, invertebral disc disease, болезнь дисков там, первого типа. Там нет ничего, ни гамовитов, ни травматинов, ни хондротронов, ни балакат, ничего этого там нет. Вот и все. То есть проблема в диагностике, в диагнозах. Как только врач перестает назначать вот так, как по мнению, да, то есть вот то, что я уже говорил, прибежал пациент,
А врач бах сразу гомовитик шлепнул. То есть вот как только врачи перестанут вот это делать, то есть как только мы поднимемся из 90-х в 2022 год, да, то это все заканчивается. Вот и все. То есть как только вы перестаете быть на уровне представления о вас вот этих людей, то вся проблема решается. Вот. Почему гомовит требует опровержения от вас, но сам никак не опровергает вас доступными им методами в тех же соцсетях? Да, это наши юристы спросили. Они сказали, нет, мы опровергаем. Ну, никто этого не слышит. Ну, понимаете, сложно меня опровергнуть, потому что, ну, а как? Ну, они не врачи. Это написано у них везде. Ну, как меня можно опровергнуть? Ну, что опровергнуть? Нет, мы врачи. Диплом ветеринарного врача показать? Что? Нет, конечно. Вот. Вот. Владельцы никуда не ездили для диагностики и просили что-нибудь назначить. Так и будет. Ну да. А врачи, вместо того, чтобы что-то разъяснить, и, ну, я говорю, что я не знаю, чем лечить ваше животное, потому что я реально не знаю. Вот. Еще там что-то написано. Считаю, что нет смысла бороться против таких препаратов, а направлять силы на просвещение владельцев и обучение врачей. Всем здоровья и сил. Я и этим занимаюсь. А гомовитчики пытаются, собственно говоря, гомовитчики пытаются меня заткнуть. То есть я высказываю свое мнение, я просвещаю людей, делаю работу и врача, и журналиста, а они пытаются это просто взять и заткнуть рот. Вот и все. Кому принадлежит канал? Частным лицам. Один моей жене, один еще одному человеку. Вот и все. Я так прихожу, такой, Галя, а ну-ка давай это самое, уберем про гомовит. Она говорит, ты что, с ума сошел? Я не буду убирать с моего канала, я сейчас тебя уберу с моего канала, ты не будешь там администратором. Вот и все. Вот. Ну, это так, шутка, конечно, только такая. Ну, чуть-чуть полушутка. То есть, ну, судья, как она вообще пытается, ну, то есть... Я не понимаю, да, то есть, да. Ну, что там еще у нас? Как вы относитесь к Ребатану? Никак, доберемся и до него, вот. Вот. Вы сказали, что гомовит, да, они про почки, почечную недостаточность, да, то есть теперь кошки с почечной недостаточностью будут лечиться гомовитом, вот, да. Что еще, что у нас еще есть? Вот. Вот. Я лично относился к нему как к витаминам, нежели лекарству. Витамины – это лекарство. И вот мне владельцы спрашивают, как... Владельцы спрашивают, какой витамин назначить. Я говорю, вот есть недостаток тиамина. Делали МРТ, поставили недостаток тиамина. Там, вот, лечим там. Вот, но он не является этим даже препаратом. Витамины – лекарства. Просто надо знать, когда их назначить. Какой еще вопрос? Вот. Вот. Вопросов нет. Ну, думаю, что завтра вопросы появятся. Судебное разбирательство будет завтра. Приглашаю вас на его, по-моему, 3 часа у нас, да? 15:40. Синопская набережная, арбитражный суд. Как вообще в арбитражный суд попало? Смольнинская 6, да, адрес. Как вообще в арбитражный суд попало, это тоже очень такое странное дело. Вот, я, как уже говорил, странностей в этом суде очень много. Вот. До свидания, до новых встреч. Смотрите наш следующий выпуск. Это будет про клинические случаи. Как раз про гомовит мы и поговорим дальше. До свидания, до новых встреч.